Сегодня исполнилось 25 лет медицинскому информационно-аналитическому центру. К знаменательной дате приурочили научно-практическую конференцию. Информатизация здравоохранения на пути к цели 80+. Уже само название форума говорит о том, что медицина Чувашии ставит перед собой глобальные цели. Большая продолжительность жизни, ее качество выходят на первый план. Информационные технологии – это прежде всего прорыв в лечении и диагностике. Все 25 лет специалисты центра создавали и совершенствовали систему медицинской статистики, участвовали во внедрении современных методов лечения. В регионе создана единая корпоративная медицинская сеть с обеспечением стандартов безопасности информационной обмена. Автоматизировано более 10 тысяч рабочих мест. Отрасль полностью охвачена высокоскоростным интернетом. На слуху у всех электронная регистратура, медицинская карта, персонифицированный учет лекарственных препаратов, льготное лекарственное обеспечение и другие полезные сервисы. Чувашия находится на втором месте среди всех регионов страны по исполнению основных показателей дорожной карты. Это результат совместной кропотливой работы всей команды МИАЦ.